Азан как раз собирался признаться Назлы в любви, попросить у нее прощения. Однако звонит мама и говорит, что его сестру похитили ростовщики. И Азану приходится уйти от Назлы. А Назлы подумала, что Азан вновь покинул ее. Она сокрушена. Азан и Мехмед идут к Али и ищут ростовщиков, которые похитили Зейнеп. А ростовщики потребуют 1 миллион долларов. Али просит помощи у бывшего полицейского дяди Тарыка. Он их старый друг. Тарык говорит им, что надо отдать деньги, чтобы не причинили вред Зейнеп. Другого выхода у них нет. Азан должен найти эти деньги. Он звонит Гизим, чтобы у нее попросить денег, однако та не отвечает на его звонки. Альтернативный вариант – Семма. Однако Азан прекрасно понимает, что если возьмет у нее деньги, то станет ее рабом.